И всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. В недавнем видео про покупки 14 апреля 2016 года я показывала, что купила шампунь, укрепляющий бальзам и сыворотку Garnier Fructis. Густые и роскошные. Я решила провести эксперимент на своих волосах. На шампуне и бальзаме написано, что после 2 недель роскошная масса волос, их больше на ощупь и на вид. И также на 38% больше волос на вид и на ощупь. И на бальзаме легкое расчесывание. На сыворотке написан результат после первого применения, волос больше на ощупь и на вид, более густые и крепкие. Теперь небольшая характеристика моих волос. Я редко пользуюсь феном, очень редко плойкой и утюжком. Крашу один раз в месяц, стригу также. Обычно пользуюсь разными шампунями, подряд стараюсь один и тот же не использовать. Мою голову через день, маску один раз в неделю. Итак, я использовала только его на протяжении 3 недель. Волосы до начала использования. Волосы через неделю использования. Волосы через 3 недели использования. Итак, это мое субъективное мнение и результат только на моих волосах. У всех все по-разному. Мне понравился бальзам, так как волосы действительно великолепно стали расчесываться, хотя у меня они очень путаются. Шампунь мне показался обычным, промывает нормально. С сывороткой я подружилась хуже. Мне кажется, она подойдет девушкам, которые сушат волосы феном. Впрочем, за первую неделю использования волосы действительно стали лучше. К 3-й неделе эффект исчез. Повторюсь, это мое субъективное мнение. Для себя решила, что буду пользоваться, но так, как и до эксперимента, через несколько раз, то есть не использовать один и тот же продукт подряд. Всем спасибо за внимание, с вами была Счастливая Улитка, до свидания.